Чуть меньше месяца осталось до крупнейшего авиашоу «Ах, винта». Участники доводят свои самолеты до совершенства. Да, совершенство. Задача, ведь судьи будут оценивать не только летные характеристики, но и внешний вид летательных аппаратов. Я понимаю, когда самолет самый быстрый. Тот, кто летает быстрее всех. Логично, логично. Или самый мощный. Но что значит самый красивый? В чем логика, красота? Дело вкуса, дружище. Дело вкуса. Да? И в какой цвет тогда красить? Покрась в зеленый, цвет жизни. Или красный, страсть и энергия. А чем красный красивее зеленого? Или наоборот? Да ничем. И где тут логика? Все проще. Вот у тебя какой любимый цвет? Покрашу в черный, как пингвин. Вроде логично. Кис! 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 Удивительно. Может, они приняли самолет за большую бабочку? Глупый насекомый. Ну, во-первых, это красиво. Где красиво? Глупый бабочка мешает мне красить самолет. Киш! Киш, кому говорай! Какой от них вообще толк? Бабочки опыляют цветы. Друг мой настойчивый, я это уже давно не практикую. Я не в форме. Ого! Феноменально! Думаете, у меня получится? Они хотят, большой бабочка, они ее получат! А что это вы за цветок такой выбрали? Полетели на опушку! Там бутоны гораздо сочнее! Самолет. Признаться, не очень. Вот, и бабочки не видят. А он есть. Это фиаско. Как же ты жесток, мир насекомых. Ай! Что за шутки? Теперь мой любимый цвет – маскировка. И логика, и красота. Остроумно. Вот. Теперь все работает. Не замерзнешь. Спасибо, дружище. Завтра авиашоу. Мой история про борьбу с бабочкой станет украшением праздника. Да, надеюсь, погода будет летная. О, а почему этот глупый бабочка не прячутся? Уже холодно. И цветов больше не остаться. Где логика? Они должны были улететь на зиму в теплые края, но, не знаю, что-то их держит. А скоро заморозки обещают. Как же авиашоу? А в другой раз. Они хотят большой бабочка, они ее получают. Ну,
Ну, и где же тут логика, дружище? Бабочка зимой, вот где точно нет логика. Однажды закроются двери, и ветер потреплет тебя по плечу, и станет спокойно и ясно, как только однажды, однажды меня однажды возьмите и меня. Ты скажешь: лечу. Штука переносит тепло на расстоянии. Смотри. Заливаем мыльный раствор. Электронагреватель нагревает вокруг себя воздух. Нажимаешь вот эту пимпочку, и из мыльного раствора возникают мыльные пузыри, внутри которых теплый воздух. Дальше направляешь вентилятор в ту сторону, где хочешь, чтобы было тепло. Пузыри летят туда и там лопаются, отдавая обратно теплый воздух. Радикально. Дай попробовать. Давай, направляй на меня. Как тепло ты стало! Реально жарко! Ты там поосторожней! А то совсем меня спечешь! Чё ты врёшь-то? Кто? Я? Да у тебя этот электронагреватель не работает! Да, действительно не работает. Ну что, нашёл? Я нет. Левее посмотри. Куда? Нет, не нашел. Как? А, есть? А может вот это? Нет, не то. Не, так не найдем. Надо у Пина спрашивать. Не может быть, чтобы у тебя здесь не было электронагревателя. Ты же механик-изобретатель. Как у изобретателя может не быть электронагревателя? Я холод люблю. А здесь у тебя что? Ничего, секрет. Пин, ну дай посмотри. Слушай меня, отойди. Дай посмотреть-то. Нельзя. Пин, что вам нужно? Нагреватель? Сейчас найду. Только к этому не подходить. Конечно, конечно. Я прослежу. Найм. Нельзя. Что это? Не знаю, но выглядит интригующе. Эй, а вдруг бабахнет? Ты думаешь, если это было бы какой-нибудь ерундой, Пин от нас ее прятал бы? Нет. Логично. Давай спрячемся вот там и нажмем палкой. Крош, осторожно. Ёлки-иголки, ёжик. Ну ты Пин. Спрячь это, а я пока его отвлеку.
Это не то! Совсем не то! Как это не то? Нужен гораздо мощнее! У нас есть немного времени. Надо это обратно собрать. Так, и, по-моему, вот так. Вот, нажимай. А если все-таки бабахнет? Теперь это уже не имеет значения. Подожди минутку. Это что? Электронагреватель, по-твоему? Не смеши меня! О, май гад! Нажимай! Да почему я-то? Если мы не нажмем эту кнопку, мы не поймем, правильно мы это собрали или нет. Нажимай, нажимай! А что должно произойти? Не знаю, но что-то должно. А у меня еще лишние детали остались. Ёжик, как она может работать, если в ней чего-то не хватает? Лишних деталей не бывает! Ну как думаешь, работать будет? Слушай, я не механик. Я такими мелочами не занимаюсь. Я идеи генерирую. О, Пин идет. Пин, мы твои друзья, а ты, ты не можешь нам найти какой-то жалкий электронагреватель. Неужели дружба уже ничего не стоит? О, май гад! Вот, еще одна. Давай, накидывай. Я хотел всем сделать сюрприз. Пин, ты только не волнуйся, все работает, все абсолютно работает. Ёжик. Просто соковыжималка. Ну, извини. Так, вот.
Багаж, я сделаю твои фотографии. Хм, правда? Вот. Мои. Тебе не кажется, что это не совсем одно и то же? Das ist fantastisch. Но я фотографировал тебя. Я помню, помню. Но это жизнерадостное существо уже не я. Мне даже кажется, что между нами нет ничего общего. Ты не знаешь, чему он так безответственно радуется? К сожалению, знаю. О чем он думал? Неизвестно. Удивительно. А ведь, возможно, если я постараюсь, то вспомню хоть некоторые его мысли. Нет. Судя по его глупой улыбочке, у него в голове было пусто. Ты же был с ним знаком. Конечно. Расскажи мне о нем, а то сам я его плохо помню. Веселый, хороший, бегал за бабочкой, высоко прыгал. То есть не совсем отрицательный персонаж. Нет-нет, что ты. Очень положительный. Это радует. Ты же знаешь, мы постоянно меняемся. И очень важно помнить, что ты был положительным персонажем. Это фотопленка. Очень старая. Этого баража я не знаю совсем. Но мне кажется, что он был очень положительным персонажем. Да, не знаю почему, но мне тоже так кажется. Ты помнишь, что он думал? Нет, но кое-что помню, что он делал. Например, как-то тайно проник в кладовку со сладким и так объелся вареньем, что уснул прямо на банках, где и был схвачен с поличным. Однажды так играл в ванной в кораблике, что бабушка проснулась по колено в воде. И, учась ездить на велосипеде, тормозил исключительно в прохожих. А это новый бараш. Серьезно? Тебе не кажется, что это не совсем одно и то же? Конечно, этого бараша уже нет. Но перед тем, как уйти, он передавал тебе большой привет. Странно. По его мрачной физиономии не скажешь, что он способен на приветы. Расскажи мне о нем. Философ, много думал. Да? И что, вот этот замогильный угрюмец был положительным персонажем? Конечно! Вот так, чуть-чуть к свету. Крупный план. Еще. Чуть-чуть выше голова. Снимаю. Thank you.
Один. Зачем тебе все рецепты сразу? Хочу сделать машина, который будет вкусно готовить. О-хо-хо, тебя что, моя стряпня не устраивает? О, очень устраивает, но прогресс не остановим. Скоро еду будет готовить только машина. Как? Что же буду делать я? Отдыхай. Как думаешь, Карыч, у Пина получится эта его машина? Ни в коем случае, дорогая Савунья. По части кулинарии никакая машина с тобой не сравнится. Можешь быть уверена. Самобранка. Уникальный модель кухонный комбайн, который готовит без повара. Ага, я знала, что так и будет. Но это не есть возможно. Все делается точно по рецепту. Дружище, мало просто следовать рецепту. Нервная система повара – это тонкий самонастраивающийся организм. Он учитывает сразу множество факторов, накапливает опыт и делает творческие выводы. Моей машине нужен тюнинг. Я должен научить ее учиться. Щепотка, сколько в точности есть грамм? Откуда я знаю? Неизвестно. А что есть жменька? Это зависит. Зависит. Почему эта травка не годится? Она в тенечке растет, а для аромата нужно солнышко. Солнышко. О май год, о май год. Почему сегодня иначе? Сегодня пасмурная погода. Значит, соды надо добавить больше, а сахара меньше. Но почему? Мне так показалось. Показалось. Я и говорю, мне так показалось. Компрессия. Я закончил тюнинг. Моя машина. И что теперь? Предлагаю делать тест тюнинга. Все по-честному. Савунья и скатерть будут готовить борщ. Пускай борщ. Ага. Если Карыч не отличает один борщ от другой, значит... Значит, я больше не повар. Очень нужно. Не дурно. Совсем не дурно. А-а-а-а.
божественно! Узнаю руку мастера. Савунья, ты неподражаема! Ничего не поделаешь, дружище. Твоя скатерть-самобранка пока еще требует доработки. Я должен думать. Да, старина, подумай пока. Ух, кажется, на сей раз нам удалось отразить натиск технического прогресса. Да нет никакого прогресса, и быть не может. Ты ведь сразу отличил, где готовила я, а где эта скатерть-самозванка? По правде сказать, это только потому, дорогая Савунья, что твоя стряпня была чуточку пересолена. Ну, что скажешь? Странный, очень странный механизм. Первый раз такой вижу. Ты сможешь их починить? Думаю, что найн. Мне эти часы подарил ангел. Никто не верит, но это правда. Я сделаю все, что смогу, дорогой. Все, что смогу. Слышишь, ты? Теперь могу починять все. Понимаешь, совсем все. Мне стали видны все винтики мироздания. Тебе нужно меньше спать. Что? Ты слишком много спишь. Тебе надо завтра встать в 5 утра и пойти к морю. Я точно знаю. Вот увидишь, как твоя спина сразу будет чиниться. Кто бы что ни говорил, но все мы особенные и неповторимые. И большое счастье, что, несмотря на всю нашу разность и непохожесть, мы можем понимать друг друга. Почему же, когда вдруг этот мир мы начинаем понимать гораздо лучше других, возникает, как бы это лучше сказать, недопонимание, что ли? У меня, наверное, биополе очень сильное. Постоянно ломается. Я не чиню теперь будильники. Зачем мне возиться с будильниками, когда я вижу ход времени? Я бил вашим будильником. Я пытался вас разбудить. Полгода я раскрывал вам тайны бытия. Пытался вам помочь. Вы меня хоть раз послушались? Ты бежишь ко мне с этим механизмом, не в силах исправить его. Неужели ты думаешь, что он сложнее, чем твоя жизнь? Пин, ты куда? Я не знаю, зачем мне были даны такой способности. Но знаю точно, что вы их недостойны. Прощайте.
Ой! Помогите! Сережи! Давай! Скидывайте его! Помогите! Это же было так понятно! Дорогой, ты совсем плохо выглядишь. Поешь, пожалуйста, что-нибудь. Выглядишь? Вы слишком много обращаете внимание на то, что как выглядит. Вы не видите сути вещей, их винтиков. Дружище, ты не хочешь вернуться? К вам мне ничего не надо от вас. Вы мне ничего не можете дать. Уходи. Возвращайся в свой немой мир. Мир, который молчит. Ты не можешь сказать, что будет с тобой через минуту, а пытаешься заботиться обо мне. Зачем мне ваша забота, если я вижу весь механика мироздания? Все винтики мира! Ну, скажи что-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну, все же нормально, правда? Ты здоров, среди друзей. Я проснулся, а этого нет. Ну, что такое? Ну, что случилось? Просто нет, я их не вижу. Винтики, что делает? Что мне теперь делает? Все имеет свойство приходить к концу. И наши способности не исключение. Но, как правило, они уходят. Там анкер сместил пружинка, а та задевал балансир. А мы еще какое-то время остаемся. Думаешь, я поняла, что ты сказал? Неважно. Главное, что работает. Что здесь написано? Что конкретно, я уже не понимаю. Но, в общем, как устроен мир. Давайте, пошли, Маши чаще, укуси меня, пчела, чаще. Ну, давай. Был отрыв, еще немного, и ты полетишь. Мне кажется, вы неправильно машете. Вы должны отталкиваться от воздуха, отталкиваться. Посмотрим видео и разберем ошибки. Может, из вас тоже кто-нибудь хочет научиться летать, а? Вдвоем-то дело быстрее пойдет. Или втроем. Я пас. Друг мой утомленный, способность летать не зависит от размера стаи. Научно доказано, что адаптация птенцов – дело времени. Главное – им не мешать. Но я уже давно не птенец. Поэтому и адаптация у тебя такая нелегкая. Летает это прекрасно. Это не объясняет, как замечательно. Хочешь, полетел сюда, хочешь туда. А? Летишь, это фантастиш. Непередаваемые чувства свободы. Под тобой простираются поля, моря, луга. А ты паришь, ловишь восходящие потоки воздуха и все видишь. Сверху же все видно. Ладно, уболтал. Когда приходить на занятия? Отталкивайся от воздуха. Чаще махай. Давай.
Отталкивайся! Отталкивайся от воздуха! Ты где был? Некогда, некогда разговаривать. Сейчас очень хороший встречный ветерок, увеличивающий подъемную силу. Маши, маши, ну давай, 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 давай. Маши, маши, маши. Ловите ветер, ловите! Он где-то здесь! О, есть отрыв, есть отрыв! Еще, еще! Ну, давай! Ну, 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 давай! О, укуси тебе пчела! О! Ну что, завтра с утра? Найна! У меня с утра кое-какие дела. Давайте после двух. Давайте. Техничней, техничней. Я же говорил, техничней. Отталкиваться от воздуха. Сколько можно повторять? Если ты хочешь научиться летать, нужно много работать. Ты уже чересчур взрослый, чтобы вот так просто взять и полетать. Нужно адаптироваться. К чему адаптироваться? К чему, к чему? К небу. Настройся на полет. Представь, что ты уже летишь. Держите правильный угол. Он должен обеспечить подъемную силу. Он летит, летит. Летит. Я лечу. Ничего, ничего. Главное, ему не мешать. У тебя там гнездо? Или запасной аэродром? Сам не умеет летать, а других учит. Я птица, понятно? Я не могу не уметь летать. Смотри! Это же мало и совсем низко. К дождю. Это есть скучный затея. Понятно.
ты совершенно не умеешь собирать грибы. В собирательстве играет роль только факт. Удача! Как тут можно что-то не уметь? Грибочки-то нужно приманить. Надо звать их. Вот так. Нет грибов. Зря пришла. Пора домой. Грибочков-то нет. О, какая неожиданность. Учитесь, пока я жива. Попробуй, не стесняйся. Тут никого нет. Нет грибов, нет грибов. Легко сказать, приманить грибочки. Грибы, быстро прыгай в мой корзинка. Ой, елки-иголки. О, мой год. Я есть приманивал грибочки, а не бешеный Коли. Никого нет. Ну-ну. Ой, ужас! Никто не пострадал? Придется сразиться снова. Как скажешь. А? Что же вы творите? Это же опасно. Ничего страшного, нам всегда везет. Стоп, стоп, стоп. Везение – это еще большая ответственность. Кролику это особенно важно знать. А кролики-то тут при чем? Это все так называемая кроличья лапка. Возможно, на тебя возложена миссия распоряжаться всей кроличьей удачей. Да и вообще всей удачей в мире. Правда, что ли? Я кроличья лапка, знаменитый артефакт. Надо категорически беречь. Дар кроличьей лапки нельзя тратить на опасные игры. Ага, так я тебе и поверил. А, мои грибочки! Ого! Да нет, просто не повезло. Эй, вы чего? Я опасен. Я и не думал. А вот подумай об этом. Лучше поздно, чем никогда. Но почему это не проявлялось раньше? Может, потому что ты не знал, а теперь знаешь. На что я могу тратить свою силу? Как ее контролировать? В какой лапе удача? В какой неудача? Как разобраться без инструкции? Крош, ну ты чего? Может ли неопытный кролик вмешиваться в ход мировой истории? И как со всей этой силищей не разрушить мир? Не воспринимаешь ли ты все это слишком серьезно? Слишком? Да ты представляешь, какая на меня свалилась ответственность! О, хорошо, хорошо. Я должен теперь много думать. Просят поскорее вернуться. Ах да, Савунья придумала новый рецепт варенья из березовой коры. Тебе повезло, что не пришлось его есть. Хотя тебе же всегда везет. Ёжик, я так устал. Эх, дружище, если бы я мог как-то облегчить тебе раздумья. Крош, ты не торопись, думай сколько нужно. Ёжик, ты что творишь? Все в порядке. У меня же лапки. Ты только не волнуйся. Крош, я справлюсь. Я справлюсь. Держи!
счастливая лапа! Ты наконец осознал, в какой лапе находится твой дар? Конечно! Да они обе! Обе счастливые! И еще я понял, чтобы лапы приносили удачу, надо ими хоть что-нибудь делать. А если все время сидеть сложа лапы, удачи не будет. Найн грибов, зря пришел. Найн грибов, о, нашел. Эх, снова шишка, да что ж такое. Но надо же немедленно принять меры. Бесполезно, медицинская вы наша. Лосяш, объясни толком, что за вирус ты упустил? Это ужасный, неостановимый, неизлечимый вирус дикости. И что теперь с нами будет? Мы потеряем цивилизованный облик. Начнем грубить, кусаться и, может быть, даже поедать друг друга. Мы станем дикими зверьми. А что, это даже весело. И я вот всегда мечтал быть дикарем. Ёжик, а ты хорошо себя чувствуешь, а? Крош! 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 Ну я же пошутил! Да я так и понял! Просто у меня еще куча дел. Давай до завтра! Или до послезавтра, или до после-после... Это дикометр. Вот так. Железный няня определяет, кто из нас одичал, и отправить на карантин. Дружище, ну не будем же мы сидеть в клетке. А где нам есть место, когда мы стать дикими? Что? Я протестую. Остановись! Будь добр, оставить в покое майн код. Отдай, пожалуйста. Поздравляю, мы в зверинце. Наверное, мы уже заболит. Просто сами не замечает, как. Да, только посмотри на это. Что, Лосяш, значит, хана инфраструктуре? Абсолютно. Зачем дикарям цивилизация? Укуси меня, пчела. Это ж сколько меду пропадет. Эх. Я это не надену никогда. А я говорю, надень. А я говорю, не буду. Бесполезно же. Теперь, значит, можно и руки не мыть. Да при чем тут руки? И зубы не чистить. Попробуй чистить зубы. Противогаз. Звери не пройдут. Не пройдут? Звери не пройдут. Животные! Животные! Спасите! Ну, я же говорил. А?
вирус дикости тотально заразен. Ёжик, привет! Бегите отсюда! Неосторожны вы нас! Спасайте. Возможно, у ёжиков иммунитет к этому вирусу, и у вас еще есть шанс спастись! Простите, пожалуйста, можно мне тоже туда? Пусти меня к ним, железяка ржавая! Я дикий ёжик! Да что же это такое, кастрюля бездушная? Ты нам все детство испортила! Что ты наделал, дружик? А что я буду делать там один, без вас? Ха, а это еще зачем? Не хочу кого-нибудь съесть в припадке дикости. Ёжик, да ты, да я бы даже гордился, если бы меня съел такой друг, как ты. Пока мы еще не докатились до того, чтобы есть друг друга, вот, пожуйте сушечки. Животных просьба не кормить. Что? О май гад. Не понял. А, можно выйти? Осторожно! Ты чего это? Она не считает, что мы есть больны. Может, сломалось чего? Круаш, лучше не трогай. Лосяш, ты же говорил, что твой вирус неизлечим. Смелей, мой друг. Ну давай уже, лосяш. Ну что там, лосяш, не тяни. Позвольте, но это же совсем не вирус дикости, а мой лосьон. Огурец. Лосяш, елки-иголки, ты бы хоть пробирки подписывал, а то устроил тут, понимаешь, интересный научный эксперимент. Все-таки я считаю, что любое насилие неприемлемо. Бороться с дождем насилий? Над кем насилий? Над тучами! Над природой! Природа есть несовершенна. Хочу сделать ее лучше. Если идет дождь, значит, так и должно быть. А если это кому-то не нравится, есть же, в конце концов, зонтик. Хорошая погода лучше, чем зонтик. Отвинь, да. Поймал! Быстрее сюда! Я бегу, бегу, бегу! Нет, вон оно! Теперь туда! Вот оно, вон оно! Ёжик, давай за мной! Бегу, бегу! Ушло! Спасибо, Тим! Всю следующую неделю ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя, ливня, местами грозы, град. О! Он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури, силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
глупый кто-то робко прячет что-то жирное в утесах. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Знак признательности за хорошую погоду и победу над стихией от благодарного вам сообщества. Дорогие друзья, я очень тронут, что вы так оценили мои скромные заслуги. Я старался, чтобы всегда был хороший, только хороший погода. И так больше продолжаться не может. Не стоит благодарности. Нельзя безнаказанно играть с природой. Вы не заметили, что с каждым разом грозы становятся все сильнее, а тучи все больше? Больше туч, больше работа. Законы природы непоколебимы. Она сильнее нас и мудрее. А я... сделать ее еще чуточку красивее! Одумайтесь! Пусть сильнее грянет буря! Над седой равниной боя и над лесом кучерявым, над лохматыми полями и над лысою горой. Гордый буревестник, он мятежный, ищет бури. Буря плоть он небо кроет, будто в бурях есть огонь. Трах, трах, молния свежает. Трах, трах, тучи напирают и небо швыряет на семи ветрах. Трах, трах, все вокруг рохочет. Трах, трах, будто кто хомочет, но ему не ведом. Страх, страх, страх. Трах, трах, молния сверкает. Трах, трах, тучи напирают и небо швыряет на семи ветрах. Трах, 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 все вокруг хочет. Трах, трах, будто кто-то хочет, но ему не ведом. Страх, страх, страх. Глупый природа, ты не сильнее и не мудрее, ты просто физика! Нет, ты даже не физика, ты математика. А, черточки, точечки. А... Просветление, подкрепленное действием. Что может быть прекраснее? Да, я прозреть. Я понимаю, что много солнца не есть хорошо. Я буду делать много дождь. Природа сильнее нас. Ее законы непоколебимы. Все хочет, трах, трах. Но ему не ведом. Страх, страх, страх. Крипи! Так, получите! А мы вот так попробуем. Ах, мы неправильно живем.
Мы даже не живем, а влачим существование. А вы смотрите вокруг. Это у нас не то, то у нас не это. Так говорили во все времена. Ну, неправда. Были времена и получше. Это какие? Древняя Греция. Золотой век. Я вознамерился форум сегодня, почтенный, вопросом тревожить. Что за вопрос? Неужели опять об оливковых рощах? Мне стало невмочь натираться подсолнечным маслом. Друг мой, себя кем угодно я чувствую, только не греком. Просили передать, что корабль скоро будет построен. Хотя эта посудина уже давно была бы готова, если бы вы разрешили использовать дрель, электрорубанок и другие блага цивилизации. Ты говоришь, словно варвар дремучий из темного леса. Нам не понять твою мысль. Выражайся по-гречески, отрок. Пардон, перехожу на гекзаметр. Есть моя славная в том, что триера на волны морские будет, о старцы, приспущена скоро. Хвала Посейдону. Это тебе за хорошую новость, гонец быстроногий. Может, ты хочешь себя показать в Олимпийские игры и удивить весь народ сверхрекордным забегом на время? Я лучше маску надену и выйду на сцену театра. Будет катарсис нехилый, поверьте мне, всем обеспечен. Помни о форуме перед закатом пурпурного солнца. Слышал я, граждане, что вопреки всем традициям греков, маслом из вас себя не умощает никто ни в какую. Мазаться маслом – это чересчур. Глупое правило. Я не понимаю, зачем? Други, любезны мои, понимать ничего здесь не надо. Просто возьмите, о греки, натрите себя и соседа. Да ну его! Оно же липнет! Давайте проголосуем. Кто против того, чтобы мазаться маслом? Или мы греки во всем, о народ, или не греки мы вовсе. Да ладно, уже все решили. Нет, не решили. У нас, у греков, демократия. Это греческое слово. Оно означает, что все решает большинство. Есть также замечательное греческое слово тирания. Оно означает, что решает тот, кто больше всех. Грек. Я уверен, что народ недоволен маслом, потому что оно подсолнечное. Если бы у нас было оливковое, они бы снова стали послушными греками. Ну, не растут в наших краях оливки. Хм. Тогда мы должны отправиться в те края, где они растут. За оливками и маслом никто с места не сорвется. Нет, не сидеть со греком на месте хорошем у моря. Все есть у греков. И счастье, и дом, и достаток, и боги. Лишь одного нет у греков – оливок и эгоизма. Вот потому и везут они главную ценность народам. Дарят культуру свою, образ жизни и правила счастья. Чтобы везде и повсюду всегда были древние греки. Чтобы везде и повсюду век золотой наступил. Человек за бортом! Что случилось?
случилось? Сели на мель. Варваров вдруг просвещение у греки. Неужто отменим? Зевса побойся! О, добрым делам не бывает отмены. Только на время бывает отсрочка для добрых стремлений. Ну же, давай, извлекай нас из плена коварного мели. Как я вас отсюда извлекает? У нас же золотой век. Нет, ни дизель, ни буксир, ни электролебедка. Гигзаметром, Пин. Говорите гигзаметром. Какой же вы варвар!